Многофункциональный дворец культуры построила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг БВ» в Уральске. Проект вошел в программу компании по развитию социальной инфраструктуры региона. Строительство обошлось в 24 миллиона долларов. Дворец украсил площадь первого президента в областном центре. Новый дворец культуры «Атамикен» построен в классическом стиле. Площадь здания 20 тысяч квадратных метров. Строгий колонный ряд, широкие лестницы, карнизы и лепнина. Облик здания выдержан торжественно и строгой симметрии. Во дворце предусмотрены зоны для творчества, занятий художников, ремесленников. Мы стремимся максимально использовать потенциал Карачаганака для развития Приуралья и повышения благосостояния его жителей. Здание нового дворца культуры символизирует результат плодотворного и крепкого сотрудничества между КПО и местным сообществом. Его открытие стало достойным подарком в канун 30-летия независимости республики. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог в реализации этого важного проекта. В просторных залах дворца будут проводиться детские праздники, художественные выставки и презентации. К открытию здания КПО совместно с посольствами Италии и Королевства Нидерландов организовала выставку современных итальянских и голландских художников и скульпторов. Сегодня у нас большой праздник – 30-летию независимости. Мы сегодня открываем в Уральске такой огромный концертный зал, который радует всех. За 20 лет КПО финансировало строительство сотен километров новых дорог, десятков школ, больниц, спортивных и культурных объектов. Общая сумма инвестиций компании в развитие социальной инфраструктуры региона превысила 449 миллионов долларов США. Ботагоз Базарбаева, Эльдар Аюпов, Уральск, Хабар 24.